Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как я попал на размер сальника на мотоблоке МБ2 Нива. В общем, короче, потек у меня сальничек. Даже не потек, но капал. И надо было его заменить. Чтобы заменить, надо было снять пыльник, вытащить старый сальник, поставить новый, и все. Казалось бы, все элементарно. Как снимать в интернете там есть. Я не буду уже вас заморачивать там по поводу всего этого. Слил масло, поменяю заодно масло. А вот попал я, почему? Потому что брал в специализированном магазине сальник. Меня убедили, что он родной, оказалось не родной. И как я вышел из этой ситуации, я вам сейчас покажу. Вот он сальник, который я вытащил. Вот это сальник, который мне продали как родной. Разница между ними на 10 миллиметров. Этот 52 на 30, а этот 42 на 30. Позвонил я товарищу, который продал мне. Он говорит, ну привези, мы у тебя его заберем. Цена вопроса 100 рублей за сальник. Значит, вот такой вот сальничек. Явно, что он не подходит по размеру, видно. Ехать за 50 километров, чтобы получить свои 200 рублей. Ну, смешно, тем более в такой период с этим вирусом. Что делать? Я пошел в специализированный, у нас есть магазин, в котором продают автотракторные всякие запчасти там, на трактора, на все. Пришел, и, значит, продавец мне любезно предложил вот такой сальник стоимостью всего 50 рублей. Он говорит, подходит на трактора, по-моему, МТЗ или ЮМЗ, МТЗ. В общем, на белорус. Один в один. 52 на 30. И цена вопроса 50 рублей. Ну что, осталось только поставить его на место и решить этим самым проблему. Так что, если кому-то будет полезно, то вот предлагаю сальник на мотоблок Нива МБ2. 52 на 30, знаете размер, покупайте то, что нужно. Вот так вот понадеялся на продавца, который меня немножко подвел.